доверяю экспертам, но меня очень сильно пугает тот факт, что я не выбираю прическу, которую я хочу. Я боюсь, что меня покрасят в темный цвет, потому что, ну, у меня красивый блондинистый такой оттенок, и я никогда в жизни не красилась. Я очень боюсь этого, что я потом его потеряю и никогда не смогу вернуть. На самом деле нет, стрижки не боюсь, потому что мои волосы отрастают очень быстро, и приблизительно через, я не знаю, полгода у меня уже будет приблизительно такая длина. Я в приятном просто, я не знаю, как на это реагировать, но мне безумно нравится. Я такая яркая, я, наверное, такой яркой в своей жизни никогда не была. Очень боюсь, что мне покрасят какой-то такой яркий цвет. Боюсь именно агрессивные такие цвета, яркие, не дай бог красный или зеленый. Очень хочу именно стрижку такую короткую, может, каре, но вот не дай бог яркие волосы. Это просто я не переживу, мне кажется, этого. Кошмар. Блин, это вообще не я. Черт. Где мой волос? Больше всего я боюсь, что из меня сделают а-ля мальчика. Ну, под мальчика подстригут, потому что, ну, может, мне это подойдет, но на самом деле я просто боюсь по той причине, что, ну, как бы это чисто мое нутро. Ну, как бы я всегда избавлялась от этого образа мальчика. Просто других девочек, они как бы родились девочками, и даже если им сделают, ну, стрижку какую-то под мальчика, то они все равно себя осознают, ну, слушай, это девочка, это будет красиво. А так как я необычная, если меня под мальчика сделают, то у меня прям жуткие комплексы будут. Я прям на самом деле очень боюсь. Нормально я в камеру, смотри, как дебилка, да? Я похожа на Шер. Я выгляжу просто. О, на перевоплощение я не боюсь ничего, абсолютно. Я готова ко всему. Нет, есть один, пожалуй, фактор, который я боюсь. Если кто-то тронет мои брови, я буду за них драться, я буду бороться за них. Нет, ну, конечно, покрасить я их дам, но вот выщипывать, ну, у меня, короче, минус одна волосинка, сразу лишай, короче, открывается вот здесь. Но они не очень красиво выглядят. Ну, а вообще, ну, я бы еще, вот мне поставили шестерку на прошлом испытании. Я думаю, это мне даст возможность посоветоваться с стилистами. И я хочу, ну, как бы немного хотя бы сохранить длину, потому что я люблю фантазировать, люблю разные прически. Я уже кучу резинок-то купила, а если меня побреют на лысо, то я расстроюсь очень сильно, бо они будут не нужны. Вот, ну а так я готова ко всему, не боюсь ничего, я бесстрашна. Я думаю, я красотка. Ух ты! Прикольно. Я на самом деле ничего не боюсь. Мне кажется, у меня как бы в принципе короткие волосы. Если их немного обстригут, сделать, ну, как бы еще короче, мне не страшно. Если нарастят, сделают какие-то длинные волосы, тоже не страшно. Не хотелось бы, конечно, каких-то ярких цветов, там, типа зеленого или оранжевого, но надеюсь, этого не произойдет. Ну, я так думаю, что этого не произойдет. Нет каких-то конкретных желаний, потому что я уже была в разных образах, была блондинкой, была рыжей. Вот если бы мне сделали брюнеткой какой-нибудь такой каре с челочкой, было бы очень круто. В таком образе я еще не была, поэтому было бы, мне кажется, классно. Ого, да, Саш, ты серьезно, капец. Очень круто. Божечки. Вообще улет, класс. Я ничего не боюсь никогда, и на перевоплощение тем более ничего не боюсь. Я готова к любым перевоплощениям. Мне наоборот интересно посмотреть на другую себя. Я бы не хотела, чтобы меня постригли под мальчика, потому что у меня уже был такой опыт, и мне не особо так идет. Так лучше вот с корешкой там или подлиннее. Фух. Класс, просто класс. Мне волосы безумно нравятся. Боюсь, что не сделать такой образ, которым я просто потеряю себя и потеряю свою самоуверенность, которой так немного. Не знаю, наверное, слишком короткая стрижка, так как волосы придают мне уверенность, я их отращиваю очень долго. Но я не боюсь постричься, ну, как бы, что меня уберут там сантиметров 10, надеюсь. А так, ну, как бы реально, ну, под пацана вообще не представляю. Буду реально как пацан с района. Это жестко.
волосы, мои волосы любимые. Класс. Фух, я счастлива, реально. А хочу, чтобы сделали круто. Не знаю еще, что хочу, но я думаю, мы не с дебилами работаем. Нас, думаю, посмеищем не сделаю, так что будет все хорошо. Но переживаю что-то очень сильно. Я хочу, чтобы меня покрасили, я этого жду. Надеюсь, что меня покрасят. Боюсь больше всего, чтобы сделали лысым и брови сбрили. Вот это больше всего боюсь. Ой, божечки, мама моя родная. Темным я себя вообще никогда не представлял. Я хотел, чтобы мне, может быть, не знаю, сделали какую-то классическую барбер-стрижку и, может быть, покрасили бы там в какой-то седой или белый цвет. Вот это было бы, наверное, мне бы пошло, может быть. Ой, я очень боюсь, что меня подстригут на лысо, побреют просто. Я этого очень не хочу, я очень этого боюсь. И просто это будет, наверное, самый большой ужас и кошмар, потому что мне не пойдет и буду вообще каким-то уродом. Вот этого я очень боюсь. Все остальное как-то, ну... Вообще все равно, на самом деле очень хочу поменяться, но очень нервничаю. Вау! Блин, а я себе нравлюсь. Черт возьми. Я прям очень доволен. Ну прям просто капец. Не слышали? Такого пробора у меня еще не было. Такого красивого пробора у меня еще не было. Ну я с такой прической, вот с такой... Я не ходил никогда, и мне очень нравится, реально, очень сильно. Я бы хотел, чтобы меня немножко привели в порядок щетину, но полностью ее не сбривали. И хочу, чтобы покрасили волосы в белый цвет, потому что, думаю, сочетание голубых глаз и светлой кожи и белых волос будет очень круто смотреться. Но ребята, я смотрю, сейчас трое ребят посадили, их уже красят в белый цвет, и, блин, я не хочу быть похожим на всех остальных, хочу выделяться. Я думал, только один я буду в белом цвете. Ух ты. Вау, круто. В рот мне тапки, ё-моё! Я теперь капучино такой, короче, Gucci Gang shit. Мне на самом деле очень понравился мой образ, он очень прикольный, клёвый. Я всегда хотел такой образ, такой золотистый цвет. Я действительно рад, потому что эксперты действительно сделали мне идеальный образ, который подходит именно мне. Я доволен тем, что оказался сегодня отдельно от ребят. Мне дали возможность побыть сегодня самому, без всех, так сказать, VIP-салон. То есть, как бы, отдельное обслуживание. Очень прикольно было. Вы что, травите или что? Ну, конечно, необычно, да. Совсем необычно. Результат меня шокировал, реально, ну, не могу сказать, что я расстроился, там, это прикольно, реально, необычно, выделяет из толпы, и, в принципе, я, как бы, доволен результатом. Очень круто, б***ь! Мне очень понравилось, типа, я ожидал, конечно, совсем другое, но этот результат, который получился сейчас, типа, он реально кайфовый. Я стал лучше, я стал выглядеть реально достойнее, чем был раньше, и теперь я могу назвать себя моделью нового поколения. Вот, я рад, что именно так, что меня не перекрасили, что не перекроили голову, что ничего не сделали. Остался чудесный, красивый мальчик. Мальчик, жалко, что мальчик, ладно.